Ми продовжимо програму «Новий день». І зараз у нашій студії Євгенія Бардіна, відомий блогер, активний громадський діяч нашого міста. Женю, хоч ось зараз побачила заставочку і згадала, ти ж також дуже тривалий час була ведучою програми «Новий день». Серце тьохнуло? Да, да. Я ще коли вошла, я шла, переживала. Я помню це состояние, коли ти ведеш прямой ефір, коли приходять гості. І це невероятне наповнення чим-то таким от новим від гостей. А тут я в роли гостя. Это, конечно, очень необычное состояние. А смотришь новости, родные лица. Здесь родные лица. Я пока дошла, обняла полстудии. Конечно, масса удовольствия. Ну, сьогодні ти прийшла до нас представити свою книгу і розказати про свою систему харчування і способу життя з Преображення. Вона да. отримала вже в інтернеті такий хештег. Отже, почнемо з книги. Да. Книга. Так. Як вона народилася і чому? Книга родилась около 5 лет назад. Первая моя книга вышла в издательстве Ирины Гудым, и как-то так повезло нам с ней, что я стала лучшим литературным дебютом. И когда меня поздравляли с этим, с этой наградой, очень многие подходили и говорили: «Ой, вы так здорово программы исторические делаете, такие здоровские книги исторические пишете. Было бы здорово, если бы наша молодежь привлекалась больше к истории». Я подумала, а что нужно было бы сказать, написать, как нужно было бы подойти к детям, подросткам, чтобы им стала интересная история. Потому что, например, я была в детстве влюблена в книгу «Кортик». И это книга, которая, любовь к которой я пронесла и переложила на любовь к истории, потому что там тоже много отсылок к историческим персонажам. И так родилась идея создания такой книги о Николае. Детектив, исторический детектив для подростков. Вот же это жанр такой историчный. Детектив. Дитячий детектив. Слухайте, люди добрі, ну це ж незвичайна книжка. Ви ж розумієте, що цю книжку ми не можемо вам зараз не подарувати з Жені. Женя спеціально для цього вчора бігала до типографії. Розкажи, да. Женя, що? Дійсно, у нас було... Що за тебе говорю? Хто їсть? Так як книга тільки здається, у нас було, у мене на руках було всього 10 екземплярів, і для того, щоб добити ще, для того, щоб... Вони всі були розписані, розослані, дійсно, дуже багато людей, я дуже багатьом людям вже обещала, очень много записалась в очередь, она ожидает своей отправки во многие страны, и как только... Раритет, она... Уже сказать. Да, несмотря на то, что она только вышла, уже да, ее в доступе в прямом почти нет, поэтому для того, чтобы забрать ее, пришлось без подписи, потому что те, которые у меня были дома, они уже были с подписи, мне пришлось забежать, забрать, выпросить и привезти. Вот 76-92-42, телефонуйте, шановні друзі, за цим телефоном і поставте нашій гості своє запитання. Я пропоную автору найкращого запитання, Женя подарує книжечку, правда? Да, ось така наша активна, цікава, красива, талановита. За найактивніше, за найталановитіше і найцікавіше запитання буде вам книжечка. 76-92-42, телефонуйте, не боріться, бо часу дуже мало. У нас є дзвінок. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго. Представте. Це ваша постоятельна зрительниця Алла. Угу. Дуже приємно. У вас є запитання до нашої гості? Так, є. А вот вы сказали, что она создавалась, эта книга, 5 лет. А вообще предыстория, вот чего, в принципе, вот такая вот мысль создания именно такой книги? Спасибо, спасибо за вопрос. Она не создавалась 5 лет, она была создана почти 5 лет назад. Просто мы долго искали возможность ее издать. Предыстория, наверное, просто любовь к истории города. Мы зараховуємо запитання, да, так? Отличный вопрос. Наступний запитань. 76-92-42. Алло, ви перша в черзі на книгу. Якщо, можливо, ваші конкуренти за цікавістю не переб'ють, то вам дістанеться книжечка. Але у вас, шановні друзі, також є шанс отримати «Камосвіт», книгу Євгенії Бардіної, історичний дитячий детектив. Телефонуйте, не соромтеся. Да, я відповідаю на вопрос. Це дійсно большая любов к історії нашего города. Я почти 10 лет делала исторические программы и узнала безумно много интересных историй и про легенды нашего города, и про тайны, и про сокровища, и про исторических персонажей, которые известны во всем мире, а они имеют отношение к нашему замечательному, удивительному, невероятному городу. Я не могла не рассказать об этом. У меня был такой рупор, как телевидение, и такой рупор появился, как книга, потому что именно здесь я об этом рассказываю. Отже, давай все ж таки відкриєм першу сторінку. Скільки сторінок? Ой, вышло 160 страниц. Угу. 160
160. Отже, ми цю книжечку можемо взяти у нашу рубрику «Тест 99». А що це за рубрика? А це рубрика, це тест існує для того, щоб читати книги, обирати книги. Mm-hmm. Відкриваєш книжечку на 99-й сторінці, читаєш її. Якщо тобі сподобалась ця сторінка, отже, вся книга тобі сподобається, можеш її купувати. Тепер ти будеш знати. Да, клас. Отже, про що ця книга? Книга о Николаеве. Так. Главные герои книги – это молодые ребята, им по 14 лет. Они учатся в одном из лицеев нашего города. Естественно, я прописывала свою гимназию, но просто переводила, потому что гуманитарная гимназия для мальчишек мне показалась такой как бы не очень хорошей ассоциацией. А вот математический лицей, где учатся двое мальчишек, которые совершенно случайно находят отсылку к таинственному обществу, которое действовало у нас в городе, в музее сустроения флота. Они находят старый документ, который доказывает, что это общество существовало. А документ взагалі справжній? Все документы, персоналии, которые упоминаются в этой книге, настоящие. Но единственное, что я привнесла, это тайное общество. То есть все факты исторически связанные с городом. Музей флота справжний. Музей флота настоящий. Я его безумно люблю. И когда я писала эту книгу, у меня много воспоминаний связано с этим местом, но я ходила для того, чтобы прочувствовать особый запах этого места, особую энергетику этого места, почувствовать, как пахнут паруса этих кораблей, которые стоят, какие ассоциации они вызовут во мне, какие, возможно, ассоциации они вызовут в читателе. То есть каждое место, которое описывается, оно наполнено какой-то особой энергетикой. И именно эту энергетику, конечно, я старалась перенести в книгу. Я сподіваюся, що наші глядачі і читачі цієї книги майбутні відчують цю енергетику. Жені вона дуже потужна. 76-92-42. Я нагадую, що у нас триває конкурс на кращі запитання для автора цієї книги. І в нагороду буде, власне, ось це раритетне видання. Угу. Согласна. Есть упоминания про, например, подземелья Николаевские. Про катакомбы. Катакомбы, да. Но ты не могла бы из них уйти. Конечно, это же одно из моих любимых мест. Я сама спускалась в катакомбы, когда была журналистом. Я делала программы об этом. Бачу, поэтому зараз на экране. Да, 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 именно это место. Да, с Николаевскими катакомбами связано огромное количество легенд, загадок, тайн, мистификаций всевозможных. И когда мы спускались, я тоже ощутила этот драйв, я ощутила, как царапают стены мои лопатки, потому что очень узкие проходы. Я почувствовала запах этого места. Ты почула, какие слова знает оператор. Да, оператор знал очень много интересных слов из-за того, что я его потащила в эти подземелья. Да, я не спускалась очень глубоко, потому что для этого нужно специальное оборудование, это все-таки опасно для жизни. И очень много разрешений, но те места, которые нам удалось зайти, они уже несли те загадки, которые они таят. Они уже готовы были ими поделиться. Естественно, я об этом написала. Мои герои спускаются в катакомбы, открывают кое-что очень-очень интересное и находят даже настоящее сокровище. Могу рассказать про сокровище? Про сокровище? Да. Ну расскажи про сокровище. Не могу не рассказать. Существует легенда, что в нашем городе где-то под землей спрятана золотая карета. Да. Ваши режиссеры очень удачно сейчас нам показывают, демонстрируют на экране. Золотая карета, которую по легенде Потемкин создал для Катерины. Потому что Катерина долго не хотела давать Николаеву статус города. И для того, чтобы ее ублажить, он создает, он отливает из чистого золота вот такую золотую карету. Один из вариантов, так? Это да, передбачение. Как бы могла выглядеть эта золотая карета? Безусловно, это легенда. И они находят, хлопцы находят. Что они находят, я не расскажу. Но находят они действительно настоящее сокровище. Особенно для тех, кто любит историю Николаева, они смогут понять ценность этого сокровища, потому что это то, что ищут уже почти 100 лет. Нічого вот так собі, така ще й загадкова Євгенія, да. Бардіна зі своєю книгою. Скажи, будь ласка, Женю, ось в цей час, коли писалася ця книга, ти ще не замислювалася про проєкт «Преображення»? Ні. А коли ти замислилася про нього? Все почалось в цій студії. 15 мая я записывала здесь программу с моей традиционной гостью Аланикой Добровольской, и она со мной поспорила. Мы писали программу о том, почему кто-то ест и не поправляется, а кто-то ест мало и набирает лишние килограммы. Так, на це запитання ми продовжимо відповідь, пошукаємо трошечки згодом, а зараз приймемо дзвіночок від глядача. Алло? Доброе утро. Доброго ранку. Скажите, пожалуйста, Женя, я вас знаю еще с 5 лет. Это мой секрет, я сейчас вам не раскрою на телевидении. Я очень вам пышаюсь в том, что вы
издали такую книгу. Во-первых, когда я смотрю старые Николаевы эпизоды, я просто восхищаюсь теми людьми, которые возвращаются к прошлому, чтоб люди города Николаева знали и помнили, что было и как было, и чтоб не забывали. Я вам желаю успехов. Если будет минутка, мы когда-нибудь встретимся, я вам расскажу, какая вы были маленькая. Вернемся к прошлому, спасибо, с удовольствием. А запитання у вас є? Запитання? Пусть продолжает все твои такие творчества. Я ей желаю творчества и успехов, где она свои знания применяет. И пусть будет такой же, как вот сейчас мы ее видим на экране. Ваше имя можете назвать? Меня зовут Галина Александровна. Дуже приємно, дякуємо вам за дзвіночок. Я не знаю, чи берете ви участь у розіграші чи ні, бо, власне, запитання не було, але все одно дякуємо за добрі слова, я за Женю говорю. Да, спасибо большое, действительно очень тронуто, очень приятно, я с радостью узнаю, какой же я была с детства, потому что любой человек хочет знать, что же таит его прошлое. Так, а ми повертаємося до твого сьогодення. Да, моїм сьогоднішнім дням. Немножечко все-таки прошлое, 15 мая этого года, эфир здесь же и сейчас, скажем так. Моя гостья со мной спорит прямо в эфире о том, что я на месяц отказываюсь от двух продуктов, всего двух продуктов, сахар и мука. И это начинается новый проект, называется «Антирафинированная жизнь». Я начала питаться по-другому. Мне казалось, ну что проще, да, я и так мало ем хлеба, я и так почти не ем сахара, но при этом почему-то на тот момент я весила 93 килограмма, 93,8 на самом деле, почти 94 килограмма, и как бы достаточно много, скажем честно. И на комфортно почувствовалась. Да. Одна из причин, почему предложили отказаться от сахара, потому что сахар на самом деле это наркотик для нашего организма. Сахар вызывает точно такое же привыкание, точно такое же ломку, когда ты пытаешься соскочить с привычки есть сахар. И мне пришлось довольно тщательно проверять свое питание, то, что я ем, то, что я покупаю в магазине. Ушли, ну, наверное, 90% продуктов, к которым я привыкла. Это все. Я знаю, про це дізналися от не тільки близькі твої, а ще і дописувачі твоєї сторінки. Тобто ти ще дуже активно почала вести свій блог. І цим самим я хочу сказати, що залучила багатьох своїх дописувачів до цього експерименту. Да, з першого ж дня к експерименту присоединилось около 500 чоловік со всего мира, я не побоюсь этого слова. Это і Франція, і Італія, і Америка, і Африка, і Росія, і Білорусія, і Грузія, і Ізраїль. Тобто мені кожен день приходило огромне кількість писем о том, як жінки йдуть вместе со мною. І це свідчить про те, що така проблема дуже актуальна для багатьох людей. А у нас є запитання. Алло? Ні, дзвіночок немає, зірвався, тому ми йдемо далі. Так, да. І ми договорились, що ми називаємо цей проєкт «Антирафінірована життя», і багато жінки одновременно со мною писали точно такі ж отчети в Фейсбуці, ділилися своїми впечатленнями, почали створюватися групи в ВКонтакті, в Фейсбуці, де жінки підтримували друг друга. Ти почала публікувати свої фотографії, у нас є деякі з твоїх фотосвітлин, якщо ти да. Дозволиш, то ми їх покажемо. А ты рассказываешь, что мы видим и как это происходит? Это мы уже видим второй этап, про который я сейчас расскажу. Первый ты преодолела да. Этап успешно. И пока я преодолевала этот этап, за месяц у меня встроился этот тип жизни, и я решила его продолжать. То есть ты начала да. Для того, чтобы схуднуть, и для того, чтобы что-то довести? Я начала для того, чтобы узнать что-то новое о себе. О том, как работает мой мозг. Потому что, как оказалось, еда – это самый простой способ моему мозгу сказать, что он молодец. Что вот как раньше было, да, в племени человек, который приносил еду, он был молодцом, он добытчик. И это генетическая память, мы ее проносим через поколение. И сейчас есть еда в холодильнике? Хорошо. Молодец. Да молодец. Я хотела научить свой мозг по-другому понимать, что он молодец. Я себя награждала по-другому, кроме тортов, пироженок, как сахара. Же цукерочка. Нет, нет, дорогая моя. Як же ти почала себе вручати ордена і медалі?
Яким чином? Ой, я себе пообещала. У меня было то, что чем меня накажут, если я проиграю. И один раз это действительно сработало, когда вторую ночь я среди ночи встала попить водички, и только память о том, что если я сейчас съем эту печеньку, что будет со мной, остановила буквально в миллиметре от моего рта печеньку, я ее отложила и положила назад. И было то, чем я себя награждала. Я награждала себя встречей с друзьями, которых давно не видела. Сейчас с моим ритмом жизни это большая награда. Я награждала себя хорошей музыкой, хорошим кино, хорошими отношениями во всяких смыслах этого слова. Спа, массаж, маникюр хороший с массажем рук. То есть это то, о чем мечтает любая девочка. Новые туфельки, новые вещи, новая сумочка. Это все то, что, чем я и говорила себе. А вот какая я молодец. Может, это же инша залежность, Женя? Ты знаешь, если говорить о постоянных покупках, да. Но если мы говорим о периодически какое-то баловство, которое ты себе позволяешь, я думаю, что это независимость. Это какое-то просто радость. Маленький сюрприз самой себе. И встреча с друзьями – это такой же сюрприз самой себе. И самое интересное, такие же сюрпризы начали мне дарить мои читательницы. Мне начали присылать подарки с разных мест, с разных городов. Мне писали, со мной заключали новые пари, но об этом опять же. Свято, место да. Пусто не бывает. Да. Як тільки ти звільнив якусь поличку, тут же вона чимось заставляється знову, так? Да, да, да. Якщо ти навіть у своїй свідомості звільнив місце, воно повинно чимось бути знову заповнено. И вот спустя месяц, когда этот проект закончился, мой лучший друг решил со мной опять поспорить. Он спросил: ты как чувствуешь себя после антирафа? Я говорю: да прекрасно чувствую, минус 6 килограмм. На самом деле, без двух продуктов минус 6 килограмм. Он говорит: а со спором тебе легче? Я говорю: да. Ну давай поспорим на 30 дней спорта. А мы как раз собирались учиться в Киеве, на Киево-Могилянской академии. И как раз в это время мы решили заниматься спортом. А так как третий день занятия спорта в неделю выпадал в Киеве, пришлось дать клич о том, что давайте искать вместе спортзал в Киеве. И так появился проект преображения. На меня вышли руководители одного из спортзалов Николаева и Киева. Предложили мне абсолютно бесплатно заниматься у них. Единственное условие было писать точно так же отчеты, свои впечатления, свои восприятия. И этот проект еще больше людей охватил. Чим він завершився, чи він триває далі? Как бы проект завершился? 3 месяца мы отработали, я победила. Победила прежде всего саму себя, безусловно, потому что за 4 месяца 2 проектов почти 25 килограмм в минус. Но я продолжаю заниматься, я занимаюсь с тренером, я занимаюсь сама дома, я продолжаю правильно питаться. И главный месседж, который я хочу донести, что, ребята, правильное питание, есть 2 мифа про правильное питание, что это сложно и что это дорого. На самом деле это неправда. Это и дешевле, и это легко. Как только вы отказываетесь от сахара, вы перестаете переедать. Как только вы отказываетесь от муки, вы перестаете переедать. Порции сами по себе уменьшаются. Вы наедаетесь меньшим количеством продуктов, покупаете только здоровые продукты, тратите меньше денег и получаете больше удовольствия. И на том, если вам приходят какие-то такие бонусы от жизни, как у Жени, да? Вышла книжечка. Да. Ну что, Женя, у нас буквально 30 секунд, даруй ее. Кому ты выбираешь? Ну, у нас был первый вопрос был с вопросом, но со вторым звоночком, со вторым человеком. Галина, я с вами обязательно встретишься, и мы с вами поговорим, и у вас будет моя книжечка. Но по-честному, первый вопросик получает вот.